Доброго времени суток, дорогие коллеги, дорогие мои умницы, красавицы, дорогие мои молодцы, мужчины, женщины, девчонки, мальчишки. Вы знаете, по итогам этого каталога мы с вами получили просто огромный ошеломляющий прирост. И все это благодаря вам, благодаря нашей слаженной работе, благодаря тому, что на интернет-проекте налажена отличнейшая система обучения, то, что мы с вами идем вперед и открываем много-много званий директорства. Во-первых, мне очень хочется вас поблагодарить за то, что у нас открылось 3 новых директорские веточки, и мы вышли в звание международного. Директора. Международные директора – это 18 веток директорских в первой линии. И это, конечно, низкий вам поклон за слаженную работу, за то, что вы идете вперед и за то, что вы тоже хотите зарабатывать. Да? И все мы с вами знаем, что при открытии итогов Роскомпании у нас с вами идут не только наличные деньги на расчетный счет банки, но и начинает идти трудовой стаж. Да? Все же любят, чтобы трудовой стаж шел. Итак, мне бы очень хотелось поздравить своего директора, дорогую Танюшку, умницу, красавицу, очень добрую девушку, целеустремленную. Она открыла серебряного директора. Серебряный директор – это 2 директорские ветки. То есть у Танюши теперь 2 директора в структуре. Очень хочется поздравить Надечку Чертулову. Ее структура перешагнула за черту 5000 баллов, и Надюша стала старшим директором. Надечка, поздравляю тебя. Надя проживает в России, в городе Майкор. Далее очень хотелось бы поздравить Людмилу Матвееву. Она тоже открыла старшего директора, и тоже ее структура стала более 5000 баллов. Просто здорово, Людочка, огромная ты умница у нас. Также хочется поздравить Катюшу Зубенко. В прошлом каталоге ей чуточку совсем не хватало до старшего директора, но Катюша не сложила руки и работала как раз-таки очень много и открыла звание старшего директора. Как вы видите, у Катерины на фотографии чек. Она уже получила премию помимо выплат 55 тысяч русских рублей. И сейчас Катерина идет на премию за старшего директора. Тоже 5000 баллов. Катюшка, мы тебя поздравляем. Катюшка живет в России, город Заринск. Далее очень бы хотелось поздравить. Ой-ой, немножко убежала. Сейчас найдем. Очень бы хотелось поздравить Анастасию Шиянову. Настюша самостоятельно открыла директора, растила свою структуру одна. И низкий поклон Настюше за ее упорство. Настюша умеет и снимать ролики, и проводить планерки, и строить структуру, регистрировать и растить директоров в своей структуре. Настюша, поскорее тебе желаем уровня старшего директора, уровня серебра. Ты огромная, молодец. Я давно за тобой наблюдаю, как ты растешь, как ты позитивна, как ты целеустремленно, какая ты умница и красавица. Далее, что бы мне хотелось кого поздравить, это нашу Танюшу Шалобродову. Это быстрый старт, это уровень директора за 2,5 месяца Танюша открыла. Да, это просто здорово, это великолепно. Танюша у нас живет в городе Ставрополь. Директор у нее Нащенникова, которая тоже взяла быстрый старт. И это просто безумно великолепно, что топ-лидеры, директора дублируют своих наставников. Умницы и красавицы. Также хочу поздравить директора Танюши Русаковой. Да, как раз это ее 2-я директорская веточка. Екатерина Тур с Белоруссии, с города Барановичи, открыла под Танюшей Русаковой свое директорство. Катюшка, поздравляем тебя! Также хочется поздравить у своего серебряного директора Анюты Атамась Оксаночку Рущак, которая с уровня директора переросла в ранг старшего директора, тоже сделала по структуре 5000 баллов
И, конечно же, сейчас идет на премию. А за старшего директора Оксаночка у нас с Украины. Умница и красавица. Очень позитивная, добрая, классная, милая девушка. Вот. И дальше, что бы мне вам хотелось рассказать, это то, что да, мы открыли международного директора, да, это еще одна директорская веточка к нам у нас выросла, но дело в том, что я просто покорена обалденным ростом структуры. Сейчас мы с вами поставим информацию по личной группе, там будет видно прирост информации по лицевой счет консультанта, то есть, да, там будет видно, какой был прирост, дату регистрации и все такое прочее. Вот она у нас пока распечатывается, да, дорогая моя команда. Мы с вами посмотрим сейчас детальный обзор по всем консультантам структуры и посмотрим, сколько же новичков в структуру Кононовых за каталог мы с вами общим делом приводим. То есть я применяю фильтр «Вся структура», применяю четвертую компанию, каталог номер 4, новички ставлю «Да», и мне будет показано, сколько же новичков в структуру присоединилось. Во-первых, к нам приходят классные новички, которые за каталог выходит на 9%, как вы видите, да. А если посмотреть личную группу, личный оборот людей, то некоторые люди прямо на 600 баллов делают заказы, 100 баллов делают заказы, 133 балла, 104 балла, да, то есть к нам очень много приходит VIP-консультантов, очень много людей, которые просто, да, вот это первая страничка, да, вторая страничка, да, очень много людей, которые делают реально большие заказы, низкий поклон таким наставникам, вот, и, конечно же, хотелось бы показать число людей, приходящих к нам на проект, да, это 3735 человек в структуру Кононовых присоединилось за 3 недели. Это просто ошеломительный результат, потому что 3735 человек мы с вами делим на 3 недели каталога, на 21 день. Это 177 человек в сутки в нашу с вами команду присоединяется. Такого еще не было. И, конечно же, одна бы этот результат я не сделала. Это все благодаря директорам, благодаря структуре, благодаря всем тем, кто обучается и приходит. К нам приходят продавцы, к нам приходят покупатели, к нам приходят люди на систему управления весом. Конечно же, к нам приходят люди становиться директорами, получать деньги и работать на дому с идущим трудовым стажем. И очень много людей сейчас, конечно, переходит зарабатывать в интернет. Всем хочется работать на самом деле при свободном графике дома, рядом с семьей, с детьми. И это здорово и великолепно, когда у нас выходные, когда мы хотим, да, нам не нужно кланяться в ножки, чтобы отпроситься с работы, например, в зубной. Но, допустим, мы зарабатываем при этом все больше и больше денег, да. И вот, как вы видите, 3735 человек к нам приходит. Конечно, у нас с вами очень богатая география. У нас есть Азербайджан в структуре, Армения, Беларусь есть в структуре, Великобритании 2 человека, конечно, Германия есть, Грузия, конечно же, есть. Также у нас с вами очень много людей с России и очень-очень много людей с Украины, Узбекистана и Таджикистана. И, конечно, есть директора во всех этих странах. Самое классное, что у нас недавно с Киргизии открылась директор. Это просто здорово. Леночка Потанина. Нам в Молдове скоро откроется директор. Да, международный бизнес строить с нашей компанией легко и просто. И, конечно же, мы с вами все должны понимать, что наше общее дело не обязательно должно быть только в нашей стране. Можно работать по всем странам, с которыми сотрудничает компания Faberlic. Да, как вы видите, доставка у компании в 42 странах мира, а договор официальный можно открывать вот на этих территориях, странах. Да, единственный
Барьер это может быть только языковой. Кстати, забыла про Казахстан. У нас там есть и рубиновые директора есть, да, на Казахстане. И тоже это тоже очень здорово. Вот. Ну что ж, дорогая моя команда, огромное вам спасибо за такой результат. Да, то есть, как мы с вами видим, дата регистрации на проекте Faberlic Online у меня произошла 26.11.2014 года. То есть, я на проекте 2 года и 5 месяцев. И, конечно же, мы с вами смогли открыть 18 директорских веток. Это просто великолепно. Да? В прошлом каталоге было 16. Да, то есть один директор у нас упал, у него не получилось, потому что там была крупная поставка одежды, а ее не было на складе, и вот из-за одежды директор упал. Да, то есть много чего не было в наличии. Вот. Но в этом каталоге этот директор вышел на директора, все хорошо, квалификация продолжается. И еще плюс 17-18, вот два директора открылись, да, один подтвердился, два открылись. Это просто круто, это просто здорово, да. Объемная скидка за мою личную группу у меня 70 тысяч. И директорские бонусы вот как раз за 18 директоров. Хочется вам сказать, что у меня не просто 18 директоров по 3000 баллов. В моей структуре есть золотые, серебряные, старшие директора, да, золотые. И, ну, конечно же, наши новоиспеченные директора, у которых только-только еще 3000 баллов открылось, да, то есть мы получаем в 7 уровней с вами в глубину, если смотреть маркетинг-план, то 7 уровней директоров в глубину, да, то есть у нас с вами за всю глубину платятся директорские бонусы, да, за первую линию директоров 5%, за вторую линию 0,25% и так далее, то есть мы получаем с вами 7 директоров в глубину. Если же у нас, допустим, директор в 10-й от нас линии в глубине, но он первый, мы за всю ветку получаем 5%. Если у нас директор в 100-й глубине, но в 100-й линии, да, где-то далеко-далеко, да, мы с вами нарегистрировали, допустим, 100 покупателей в цепочку, и внизу вырос первый директор. Мы все равно за всю цепочку получаем директорский бонус первого директора 5%. Процентов. И это нужно понимать, что чем глубже наша структура, тем лучше. Вот. Конечно же, вот такие вот выплаты, и я в них не особо, конечно, верю. Почему? Потому что для мне кажется, это слишком много, но ничего, я привыкну, конечно же. Я буду проводить много конкурсов, да. И посмотрите вот на этот вот прирост, да. Великолепный просто прирост. ОЛГ было у нас, ой, не извините, не ОЛГ, да, а групповые баллы у нас с вами были по итогам каталога номер 3, это 236 359, а сейчас они стали 265 312 баллов. То есть мы с вами очень сильно приросли. Вот если взять, да, давайте с вами посчитаем, 265 минус 236. У нас с вами получается прирост 29 тысяч баллов. Да, 29 тысяч баллов. Вот так вот разрослась наша структура. И я вам хочу сказать спасибо за веру в себя, за веру в проект, за доверие нам, за доверие компании Faberlic. Мы с вами должны понимать, какой это клевый и классный и надежный бизнес, да? Наш бизнес очень много отличается от наземного в плане того, что наземный бизнес это найди здание, сними это здание, плати за него аренду, да, найми бухгалтера и так далее, и так далее. Тут же за нас компания выполняет все. Наша задача создать просто товарооборот. Наша задача доносить, как же хорошо тут можно зарабатывать, да, при свободном графике и при идущем при этом трудовом стаже. Ну что ж, дорогая команда, я вам показала результаты. Я хочу сказать вам еще раз огромное спасибо. Я хочу вам еще раз сказать, что я прям низкий поклон вам, потому что если бы
не вы, конечно, директоров компании Фаберлик бы не было. Очень хорошо, что на самом деле люди начали понимать и понимают вот с такой вот скоростью, аж 7 тысяч человек, да, ой, извините, 3 тысячи, более чем 3 тысячи человек в каталог нам приходит, начали понимать, что работа в интернете – это серьезно, это легально, это официально, это белые доходы. И, конечно же, если бы вы не умели доносить данные факты, то не было бы этого бизнеса, да, потому что очень часто, когда мы работаем в интернете, люди могут подумать про нас, что мы, к примеру, там какая-нибудь пирамида, да, но пирамида работает неофициально, нелегально, в пирамиде никогда не пойдет стаж, за привлечение в пирамиду даже есть штрафы, да, ответственность уголовная, а тут у нас с вами честный, белый, легальный бизнес, с очень даже хорошим нарастающим доходом, когда мы с вами можем, по идее, больше не рекрутировать, а наша команда будет расти. Да, ну, конечно, для начала нужно создать эту команду, чтобы она потом пошла сама. Если в вашей структуре вы пока новичок и смотрите это видео, да, поверьте, если идти и повторять за нами наши действия, о которых мы рассказываем на всех общих вебинарах, то вам понравится результат, и мы будем очень-очень рады за вас, потому что наша работа очень сильно отличается от работы по найму. Тут у нас дружный коллектив, и мы рады результатам каждого. А на работе по найму, конечно же, если вы займете как место директора, да, вот это вот престижное, классное место директора, то, к сожалению, вас могут и подсидеть, про вас могут плохо думать, да, и будут стараться занять ваше место или ждать, пока вы выйдете на пенсию или еще что-то, да. В компании Фаберлик такого нету. Это сетевой маркетинг, это очень благодарная профессия. Я не скажу, что она супер легкая, она не очень-то и тяжелая, конечно, но работать надо, надо, потому что работа официальная, легальная, бесплатный сыр только в мышеловке, только в пирамидах. Поэтому, да, идите вперед, мы вам всем поможем, мы обеспечим обучение и вам, и вашим новичкам, и все у нас с вами получится, и все мы с вами станем директорами, драгоценными директорами. Конечно же, по желанию вы с уровня подтвержденного золотого директора будете вместе с нами ездить за счет компаний в разные страны мира. Вы знаете, что директора ездили в Китай, в прошлом году нам удалось выиграть путевку, мы ездили в Шри-Ланку, в этом году мы уже квалифицировались на поездку в Доминикану, и много еще драгоценных директоров тоже с нами в этом году поедут. Ура, ура! И я очень рада, что в этот раз мы поедем не в пятером, как в прошлый раз ездили, а поедем уже такой целой, такой дружной компанией, да, и растите, растите, открывайте директоров, открывайтесь сами, и все у нас с вами получится. Потому что мы с вами будем рядом всегда. Я безумно вас люблю, я безумно вас ценю, я переживаю за каждого. Обязательно растите, зарабатывайте. Все в наших с вами руках. Всем пока-пока. Низкий вам поклон. Дорогой проект Фаберлик Онлайн. За доверие, за веру в себя и за все, за все, за все, за все.